Хорошо, вы как художник, допустим, ненормативную лексику не употребляете. Как руководитель, да? Бывает, к своему стыду. И как руководитель иногда бывает, да. Но вот как художник нет. Ну, а вот вы считаете, в принципе, и изменились стандарты запроса общества и зрителя к продукции, к кинопродукции? То есть все-таки мы помним, что то, что в 90-х годах производилось в кино, оно очень сильно отличается от того, что делается сейчас. Я не говорю, что хуже или лучше. Ну, там много было о чернухе, то, что называется чернухе. Это делалось потому, что был запрос на это, или это, наоборот, делали вы, художники, потому что вы почувствовали какую-то свободу, об этом раньше нельзя было рассказывать, и вы рассказываете? Я, во-первых, никогда чернухи не делал. Нет, я здесь за весь цех. Хотя я делал жесткие картины. Я вас спрашиваю сейчас за весь цех, да. Ну, я думаю, да, там был элемент, конечно, такого... Все разрешили. И советское кино вообще, конечно, было в нем некая стерильность такая. И действительно, нас порой там в советские времена доводили. Ой, вы этого не... Я помню «Зимний вечер в Гаграх», у меня там герой умирает и в стегне. Ну, по-моему, у нас был, ну, не буду называть, она хорошая очень, редактор была. И я сдавал картину, там, генеральный директор СИЗОВ Николай Трофимович. А он говорит, ну, нельзя же, чтобы герой умирал. Зачем? Это надо это. А, ну, правда, Николай Трофимович сам, он как-то растерянно сказал, говорит, ну, подожди, Нина, ну, и при социализме все-таки умирают люди. Так что... В этой системе координат Шекспир вообще у нас есть фактически, кроме комедии. Такие моменты, конечно, порой... бывали несколько это, но я думаю, что это была определенная реакция, наверное, потому что я не думаю, что это запрос зрителя, я не думаю. Вообще, по большому счету, зритель, по-хорошему, в идеале, все равно он любит какие-то светлые, сказочные истории. Согласен. Конечно, он, и все равно это правильно. Или он я совершенно, не знаю, правильный ответ, совершенно, но это нет, так, да? Но это так. Ну зачем зрителю приходить, вот там у него там под окнами помойка, и он будет, пришел он в кино и будет на экране еще эту помойку смотреть. Ну понятно, что боль, я не беру там зрителя этакого. Я понимаю, вот, да. Но в принципе нормальный человек, он от кино ждет все-таки какого-то другого мира, каких-то, так сказать... Он и правду, ту, которую он хочет, он все равно не хочет, чтобы она превращалась в некие вот ощущения быта. И почему я говорю, что это... Короче, я так думаю.